Итак, всем привет! После некоторого количества фарма получилось оптимизировать PvE-комбу для жирных спотов. Об этом и поговорим. Морфы у меня на данный момент вот такие. Ну и, собственно, комба. Где необходимо агрить мобов, делаем это автоатакой. У нее довольно-таки хорошая дистанция. Затем, пока мобы подходят к персонажу, используй навык «Энергия Атора» назад ЛКМ для получения забафа от пробуждения навыка. Далее используем навык «Катастрофа» и его продление назад F ЛКМ. Следом идет навык «Поток образов» и его продление «Память образов» вперед ПКМ ПКМ. И затем со срезкой начальной анимации кастуем «Печать Атора» назад E. Для недобитков используем воздаяние Атора, клавиша F, и расщепление пространства, Shift-LKM. Надо понимать, что это не идеальный вариант, а базовый. Под каждый конкретный спот для максимальной эффективности ротацию придется немного адаптировать. Но для начального понимания механик фарма данная комба подойдет. На этом вроде бы все. Если ролик оказался вам полезен, не забудьте поставить лайк, подпишитесь на каналы Twitch и YouTube, а еще нажмите на колокольчик, это поможет в продвижении канала. А я буду с вами прощаться. Спасибо за просмотр, удачи и до встречи на стримах и в новых роликах.